السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урок первый. Знакомство с арабским алфавитом. И первая буква арабского алфавита – буква «элиф». Буква «элиф» пишется следующим образом. Сверху вниз мы опускаем вертикальную прямую до строки. Еще раз. Сверху вниз до строки. По своей форме буква «элиф» напоминает палочку или карандаш. Давайте еще раз. Сверху вниз. Буква «элиф» – мягкая буква, и произносится она мягко. «Элиф». «Элиф». Некоторые произносят ее неправильно и делают ударение на втором слоге, произнося «алиф», что является неправильным. Некоторые говорят слишком твердо «алиф», что также неверно. Правильно говорить «элиф». Давайте повторим вместе. «Элиф», «элиф», «элиф». «Элиф».